Добрый день, уважаемые болельщики! С вами снова НБЛ, и у нас сегодня в гостях и выступает на площадке Альнов Антон, капитан и защитник команды «Норд». Антон, добрый день! Здравствуйте! У вас сегодня прошла вторая игра в сезоне в дивизионе номер 3. Как вы ощущаете себя в дивизионе и какой настрой в команде сегодня? Ну, хороший вопрос. Хорошо ощущаем себя в дивизионе. Чуть, конечно, два поражения, которые у нас сейчас были, они, конечно, чуть так нас подрастроили. Но у нас команда новая. Мы сейчас собрались недавно, поэтому пробуем найти свою игру. Как получается пока что, как получается, так играем. В целом, я бы сказал, оптимистичный настрой в команде. У нас нету каких-то больших амбиций на этот год. Потому что задача сейчас просто сыграться, да, там понять свои сильные стороны, слабые, найти игру какую-то свою, нащупать. Ну и от этого отталкиваться уже. Вы потерпели второе поражение в этом сезоне. Скажите, по результатам сегодняшней игры с БГУ ФК, чего, на ваш взгляд, не хватило? Может быть, персонального мастерства игроков, может быть, сыгранности, с учетом того, что вы в новом составе? Персонального мастерства точно не хватило, потому что у нас игрок еще такой состав молодой, еще достаточно там, ребятам 20 лет нету, понимания игры, да, такое здесь. Пацаны физкультурники, они играют прямо уже, ну, видно там, с пониманием. А у нас как бы это тяжело пока что дается, поэтому, да, где-то персонального мастерства, где-то, может быть, желание даже, да, в каком-то смысле, потому что, ну, где-то нужно подзащищаться получше, где-то надо, да, знаете, так, попрессинговать там, ну, короче, побороться за мяч, вот где-то таких моментов не хватает, ну, всему свое время. Предстоит большая работа, Антон, как планируете проводить тренировки, на что будете делать ставку? Ну, у нас сейчас тренировки, в основном, ставка идет на то, чтобы, чтобы все пришли на тренировку. И вот это главная ставка. Вы упоминали, что новый состав. Насколько обновился состав в этом сезоне? И вы упомянули о том также, что не ставите больших целей. Но, тем не менее, куда стремится команда в этом сезоне? Да, состав обновился, там процентов 80-90 это новые игроки все, и я в том числе, кстати. И, ну, сейчас у нас задача это, вот опять же, задача на сезон это нащупать свою игру, да, то есть как-то, чтобы команда, как бы, получила сыгранность свою какую-то, потому что сейчас, ну, вы сами видите, да, что-то много потерь, просто не понимаем, нет взаимодействия между игроками, хорошего понимания. И как бы это, ну, все влияет очень сильно. Поэтому задача на сезон – это просто именно, ну, начать сыгрываться, да, то есть понять, на кого можно опереться, да, то есть как-то кто будет играть, как бы, ну, да, если правильно сказать, в такую, больше такую вспомогательную, вторую роль. Ну и вот уже развиваться именно вот как-то вот опираться на сильных и помогать, так сказать, помогающим. Путь успеху начинается с усердной работы. Мы желаем вам в этом сезоне сыгранности и положительного результата. Уважаемые болельщики, с вами был Антон. Спасибо. Альнов и команда НБЛ. Всего доброго.